Мемориал воинам-дорожникам на 71-м километре Минского шоссе – напоминание о важной вехе в истории этой транспортной артерии. Именно здесь, в годы Великой Отечественной войны, находился оборонительный узел, оказавшийся неприступным для немецких подразделений. Отступая от Москвы на запад, враг нанес огромное разрушение дороги, которая в 30-х годах прошлого столетия должна была стать одной из самых больших строек. Тогда была поставлена грандиозная задача – соединить Москву и Минск. Проектирование длилось 2 года. Смета в 600 миллионов рублей без учета рабочей силы. Трассу строили заключенные свыше 105 тысяч человек. Главное управление расположилось в Вязьме. Дополнительно 9 отделений, в том числе и в Голицыно. Трасса М1 имеет богатейшую историю, а стратегическое значение ее сложно переоценить. На многие сотни километров дорога потянулась от столицы нашего государства до ее западных границ, связав Россию с братской Белоруссией. Сегодня у нас с вами есть замечательная возможность отдать долг светлой памяти нашим старшим поколениям, которые вложили немало сил и труда в строительство и послевоенное восстановление этой трассы. Полностью восстановить автомагистраль М1 после войны удалось лишь к 1956 году. Трасса была полностью асфальтирована, а через 5 лет объявлена маршрутом №1 для иностранных туристов. Увеличение трафика привело к расширению полос. Их стало 4. Готовились дорожники и к Олимпиаде 80-го года. Было усилено асфальтобетонное покрытие, построены 56 остановок. Ныне трасса М1 – один из лучших участков паневропейского коридора – Казань, Москва, Минск, Варшава, Лондон. Сейчас это уже современная дорога, но могу сказать, что сейчас у нас в планах дальнейшая ее реконструкция до 84-го километра Московской области, и она заживет еще новыми, засверкает новыми гранями, которая будет радовать в первую очередь потребителей, а нам, дорожникам, будет чем гордиться. Дорога М1, она действительно знаковая и прошла по судьбе многих миллионов людей, многих поколений. Не зря на этой дороге воздвигнут монумент воинам-дорожникам. В этом году на территории Республики Беларусь на дороге М1 открыт памятный знак, посвященный ветеранам-дорожникам. На встрече по случаю юбилея автомагистрали дорожники и люди, в чьих руках развитие транспортной инфраструктуры, а также гости из Беларуси. Братские народы едины в своем стремлении почтить память строителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищая важный транспортный рубеж. В преддверии Дня дорожника поздравления получают все причастные к строительству и обслуживанию автомагистралей, транспортных артерий и дорог, требования к которым с каждым годом становятся все выше. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».